пустые баночки за неделю. И на что я их меняю, тоже сейчас покажу. Коктейль Wellness. Здесь было 15 порций со вкусом капучино. В этот раз я решила взять смородину. Не первый раз ее уже беру. Ну, впрочем, как и капучино. Периодически нравится менять вкусы, чередовать их. Смородина, кстати, намного кажется мне слаще. Для тех, кто любит сладенькое, это будет понравиться больше. Дальше. Пришел конец коробочки с салфетками-ловушками. Так называют салфетки, которые защищают от линьки окрашивания. То есть бывает так, что в стиральную машину попадается какой-то предмет или одежда, которая линяет, и мы об этом не знаем. Так вот, эта штучка защищает. Если есть какие-то догадки о том, что это может произойти, неприятная штучка, то лучше положить салфетку. Такие салфетки я, конечно же, повторила. Вещь очень нужная. Я кладу их не в каждую стирку, но если есть какая-то вещь новая, которая потенциально может полинять, то обязательную стирку добавляем. Вместо закончившегося акваспрея из такой вот новогодней коллекции с цветочно-цитрусовым миксом, в этот раз я взяла вот такой вот акваспрей с антибактериальными компонентами с ароматом чайного дерева и эвкалипта. В чем разница, могу сказать, здесь такой более яркий аромат, такой, можно даже сказать, немножко более химический. Вот, но, тем не менее, не самый противный в сравнении с тем, что часто продается в магазинах. Здесь прям очень натуральный аромат, прям такой зеленый, и он имеет антибактериальные компоненты. Поэтому для любителей натуральных ароматов, еще и тем более с добавлением эфирных масел, этот вариант понравится больше. Кислородный пятновыводитель в жидком формате. Я его люблю использовать именно точно для того, чтобы наносить на какие-то пятна. Он более удобный, чем разводить порошковый. И также, вот это, кстати, пустая упаковочка, а это целая. Здесь есть такие вот две дырочки, которые мы протыкаем для того, чтобы точно и удобно наносить. И их удобнее наносить на какие-то пятна. Вот поэтому есть разные форматы пятновыводителей, и каждый для своих нужд. Пену для ванн мы используем не так много, но в этот раз закончившуюся пену для ванн с ароматом апельсиновой меренги заменяю на черничный капкейк. Что сказать про эту серию? Beauty Cafe – это серия, в которой все абсолютно ароматы пахнут очень вкусно и съедобно, поэтому предпочесть там какой-то очень сложно. Нравятся все. Гели для душа – одни из самых продаваемых продуктов. Но это был не гель для душа, это был смузи для душа в серии Superfood. Очень жаль, что эту серию потихоньку снимают, и ее не будет у нас в ассортименте. Очень классная серия. Почему называется смузи для душа? Потому что напоминает реально прям какую-то выжимку из натуральных овощей или фруктов. Здесь в данном случае был ревень. Это был один из самых экстравагантных, интересных ароматов. Но он нам очень нравился, даже несмотря на то, что это вот какой-то ревень. Вот. А здесь очень низкое содержание. Вообще, в принципе, нет SLS, поэтому только натуральные компоненты в составе. И пусть он не очень хорошо мылился, зато очень деликатно относился к коже. Я заменила сейчас гель для душа на парфюмированный гель для душа. Один из любимых ароматов Desirable. Для любителей сладких, но не приторных ароматов. И можно его сочетать как с парфюмерной водой из этой серии, так и просто, как я, просто взять для того, чтобы еще раз насладиться этим ароматом. Это вот то, что оставалось еще от серии BOC. Я покупала раньше вот такой вот концентрированный ополаскиватель, совсем небольшая бутылочка. Здесь содержались натуральные эфирные масла, в частности бергамот, и различные натуральные компоненты, экстракт солодки, так я помню, экстракт шиповника. В общем, они были и для десен, и для свежести полости рта. Но сейчас продукции BOC у нас практически нет в каталогах.
Зато по-прежнему есть полюбившийся опласки для полости рта. Но здесь в составе все так же есть экстракты трав, растительные аминокислоты, и он также и на для десен полезен за счет содержания натуральных экстрактов и хорошо убирает налет. Серия Dream Therapy тоже, к сожалению, уходит из каталогов у нас. Здесь была именно ночная зубная паста ароматическая, которую можно было использовать для вечернего ухода. Мы заменили ее на серию Хамигаки, комплексный уход с сакурой. Серия тоже натуральная, на 99% или на 97%, точно не помню, состоит из натуральных компонентов. И серия Хамигаки нашим клиентам и нам самим тоже очень полюбилась. Покажу вам такие обрезанные баночки. Почему обрезаю? Тут, конечно, несколько причин. Во-первых, забираю продукт до конца, а во-вторых, у нас все вот эти баночки принимают вот таким вот составом упаковки, принимают обратно. Компания их забирает обратно на склад. Это 4-й тип пластика, и крышечки идет 5-й тип пластика. Поэтому, естественно, мы их все скрываем, и бутылочки должны сдаваться чистыми. Здесь у нас получается серия коллаген. Здесь был дневной, ночной крем и сыворотка. Отдельно покажу этот крем. И я меняю сейчас их на серию Global Oxygen. Эта серия, мне кажется, одна из самых лучших у нас в Iberlic. Здесь идет не дневной ночной крем, а увлажняющий. Увлажнение требуется для дня, и питательный. Это ночной уход. Вместо сыворотки у меня мезотерапия. Очень интересная штучка. Сейчас я вам покажу. Вот в таком формате. Она заменяет мезотерапию. Я ее использую иногда. Не на каждый день. Вот так вот сфокусируется. И это далеко не шприц. Это очень интересный формат. Сейчас покажу, когда мы нажимаем. И здесь аккуратно выдавливается продукт. Вот так вот. Чем ценна данная сыворотка? Тем, что она прекрасно заменяет процедуру мезотерапии за счет высокого содержания нашей новофтема. Она глубоко проникает в кожу. И здесь основными ведущими компонентами являются витамин С и глутатион. Серию «Зима». Это, кстати, уже не та серия, которая в этом прошлом году выпускалась. Мне кажется, даже позапрошлом была другая серия. Крем «Зима» я использую для дополнительного ухода в зимний период времени. И сейчас, естественно, я его ничем не заменяю. Нет, конечно же, заменяю. У меня с прошлого года остался крем «Лето» с 30 SPF фактором. Его я тоже буду использовать для дополнительного летнего ухода. Любимый спрей, который я ни на что не применяю, я его использую очень для многого, и вместо тоника, и для дополнительного увлажнения в течение дня. И летом, кстати, да, его хорошо, когда жарко и хочется просто чем-то увлажнить лицо. И для масок я его использую, под маски. В общем, это очень классная штучка, которая тоже содержит высокое содержание новофтема, и благодаря ему крема тоже проникает в глубокие слои кожи. Кроме того, здесь есть депантенол. Он успокаивает кожу. И как тоник он восстанавливает pH-баланс. Ну, тут сложно, конечно, говорить про замену. Просто из серии молекулярных БАДов у меня закончился вот такой, с комплексом пребиотиков и пребиотиков. И сейчас пью баланс нервной системы. В составе здесь натуральный экстракт грифонии. Кстати, вот немножко увеличу. Гинка белоба, витамин С, железо. И очень важно, что содержится экстракт черного перца. Это как раз запатентованный комплекс, благодаря которому активные компоненты всех молекулярных БАДов очень хорошо усваиваются. Последнее, что осталось. Ну и, наверное, про замену здесь сложно говорить. Просто вот это вот я влила в дозатор, это жидкое мыло, запасной блок 500 мл.
тоже получается как пена для ванн. Здесь аромат черничный капкейк фиолетовый. И это мыло, которое, кстати, мне очень понравилось. Оно прекрасно мылится, имеет очень тонкий, легкий аромат. И оно, ну, многие говорят, что бывает такое мыло, которое в мыльнице превращается во что-то слизкое, непонятное. Так вот, оно очень хорошо держит форму. Ну, в общем, это все, что касается пустых баночек на этой неделе. В следующей неделе будет новый выпуск.